Сочи на базе отдыха «Черные ворота» произошла массовая драка между местными и приезжими. Как сообщает телеграм-канал «Плохие новости», в конфликте принимали участие даже женщины и дети. Причина побоища – некий армянин обрызгал какой-то жидкостью русскую девушку, после чего началась потасовка. А что они дерутся? И бабы дерутся. Ужас. Кошмар. Конфликты с участием армян на курортах Сочи принимают частую периодичность. Многие приезжие армяне не стремятся менять форму поведения согласно нормам русской культуры, зачастую из-за большого количества соотечественников, которые активно продолжают заселять регион в последние 30 лет. В некоторых районах города изменилась демографическая ситуация, и армянское население превышает даже русских, что наглядно можно увидеть на этнической карте города. Приезжие армяне чаще всего не ставят знаки отличия для Сочи от горских аулов Армении, что в итоге ведет к конфронтации с местным населением.